Мне самое главное, чтобы вид из окна у меня был на кладбище. Круто. Всем доброго времени суток. Хочу затронуть для многих из вас важную достаточно тему, интимную, я бы даже сказал. У каждого из нас есть определенные параметры, определенные критерии, по которым мы выбираем себе свою будущую квартиру. Сейчас поясню, про что я говорю. Для кого-то это решающим фактором, да, имеется в виду. Для кого-то это цена, для кого-то это район, для кого-то квадратура, может быть. Вот хочу записать это видео и провести опрос среди вас, наших подписчиков. Для себя информацию собираю, честно скажу, мне самому интересно. Я свои выводы, конечно, сделал, я сейчас ими поделюсь, исходя из опыта, исходя из тех всех пожеланий, с которыми вы к нам приходите, но, тем не менее, хочу, ну, либо подтвердить это мнение, либо вы мое мнение своими комментариями сейчас развеете. Как я это вижу? Вот на данный момент, вот сейчас, в условиях кризиса, он все равно еще есть, он никуда не делся. Хоть и покупательская способность, честно говоря, за последнее время выросла, в том числе за счет ипотеки. Так вот, вот сейчас, в данный момент времени, все-таки я вижу, что решающим фактором для многих из вас, для большинства из вас, я бы так сказал, является все-таки в первую очередь цена. Вот сейчас, на данный момент времени, самое основное, на что вы смотрите в первую очередь, это цена объекта недвижимости, цена вашей новой квартиры. То есть определенная сумма, которую вы готовы потратить на покупку квартиры, дома, неважно. Даже если мы говорим про то, что вы будете приобретать вашу новую квартиру с использованием ипотечных средств, возможно взять всю сумму, которую вам дает, допустим, банк, да? Но большинство из вас все-таки решают не пользоваться всем одобренным кредитом, а взять какую-то небольшую сумму. То есть они в голове уже себе нарисовали, сколько примерно должна стоить их квартира. И исходя из этого уже возьмут недостающую сумму в банке. Второе. Каких покупателей я поставил бы на второе место? Опять же, исходя из опыта и практики, это второй критерий, по которому выбирают люди себе свое будущее жилье, это район. Если мы говорим про район, про не иногородних покупателей, а про наших, воронежских, то для них в большинстве своем район стоит на первом месте. То есть не цена, а именно район. Так как они в этом районе уже какое-то время прожили, он им знаком, он им полюбился, и они не хотят его менять на какой-либо другой район. Вот тут уже, что называется, за ценой не постоят. То есть, если их интересует определенный район, они знают примерное ценообразование там. И если они расширяются, меняются, то они это делают в этом же районе и уже не так сильно обращают внимание на цену. Самое главное для них то, что они останутся в этом же районе. Но это мои личные наблюдения. Вы можете с ними не согласиться, но это так. Так я это вижу. Для иногородних покупателей ситуация несколько иначе. Они в первую очередь обращают внимание сейчас, повторюсь, на цену объекта недвижимости. Вообще очень мы уже привыкли к тому, что очень много различных пожеланий может быть у покупателя к своему новому жилищу. Причем мы не считаем их уже какими-то, не знаю, смешными, абсурдными. Разные есть, вот честно скажу. Мы все люди разные, со своими разными, скажем так, тараканами в голове. И сейчас немножко поделюсь с тем, с чем нам пришлось сталкиваться, когда мы занимаемся поиском квартиры для покупателя, с какими интересными, я бы сказал, случаями. Один раз мы подбирали квартиру для человека. У нее основным критерием при выборе ее будущей квартиры являлось, вот не поверите, ей самое главное было, чтобы либо в ее, либо в соседних домах был пивбар. То есть это она, это не мужчина, это она, это женщина. Но любит она поболеть, посмотреть футбол.
не в домашних условиях, а именно в пивбаре. Поэтому у нее это было самое главное условие. Ну уж про то, что встречаются люди, которым нужен какой-то определенный этаж, я уже вообще очень сильно к этому привык. Вот на прошлой неделе подбирали квартиру семейной паре. У них главное условие — только третий этаж. Ни второй, ни четвертый, ни какой-либо еще, только третий этаж. Еще был такой интересный случай, когда позвонила женщина. Говорит, для меня самое главное, то есть за ценой не постою, что называется. Мне самое главное, чтобы вид из окна у меня был на кладбище. Круто. Хочу вид на кладбище. Мне не важен район. Не говорим сейчас ни про цену, ни про что. Мне самое главное, чтобы я из окна видела кладбище. Повторюсь, все мы люди разные, со своими жизненными приоритетами, со своими критериями по выбору нашего нового жилья, нашей новой квартиры, в которой мы планируем проживать. Не говорим сейчас ни про какие ни инвестиции, ничего, а вот поговорим про квартиры для жизни. Друзья, напишите, пожалуйста, очень эта информация мне важна, тем самым вы поможете мне при дальнейшей работе с вами, с покупателями, кто обращается к нам за услугой по поиску квартиры в покупку. Напишите ваши пожелания, да, что у вас стоит на первом, на втором месте, да, то есть вот прямо так можно расписать. Мне на самом деле это очень интересно. Ну, а у нас похолодало, в одном из прошлых видео говорил, ночью в районе, наверное, 0 уже, то есть утром выходишь, машину прогреваешь, уже есть некоторые такие заморозки чувствуются, стекло замерзшее. Сегодня включал даже подогрев сидений, это тема, хотя, видите, солнышко, 8 утра, но, что называется, солнце светит, но не греет. Не скажу, что какой-то большой от него эффект. Все, друзья, пишите комментарии, пишите ваши основные критерии при выборе жилья. Мне нужна обратная связь. Всем пока.